А теперь к новостям спорта. С 21 по 23 апреля в Славянске-на-Кубани состоится 4-й заключительный тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужских команд премьер-лиги. В соревнованиях примут участие 12 сильнейших мужских клубов России. В составе команд – спортсмены, участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Лидер», улица Одельская, 207. Начало в 10 часов утра и в 17 часов вечера. Приглашаем всех любителей спорта.